Не теряя ни минуты, переходим к новостям науки в мире. Временная татуировка измерит уровень глюкозы без боли. Команда наноинженеров из Университета Калифорнии в Сан-Диего разработали концепцию и прототип высокочувствительного сенсора, который представляет собой временную татуировку. С помощью этого неинвазивного метода диабетики смогут контролировать уровень сахара в крови без ежедневного прокалывания пальцев. А в России группа ученых под руководством Евгении Брагина из Московского государственного университета имени Ломоносова узнали, что животным нужна политическая стабильность. Политические потрясения в стране, вероятно, оказывают значительное влияние на жизнь диких животных, эту страну населяющих. Например, следствием политического кризиса могут стать проблемы в сельском хозяйстве, что в свою очередь может привести к росту случаев охоты и браконьерства. И в заключение, в Татарстане. Доцент кафедры технологии синтетического каучука КНИТУ Александр Самуилов стал лауреатом молодежной арбузовской премии за выдающиеся исследования в области органической и элементоорганической химии, заняв 3-е место в финале конкурса. Церемония награждения победителей состоялась в Институте органической и физической химии имени Арбузова Казанского научного центра РАН. Что ж, поздравляем, а на этом все.